Вы смотрите новости Запада Башкирии. В дежурную часть полиции обратилась 58-летняя пенсионерка с просьбой о помощи разыскать неизвестного, похитившего с ее банковской карты почти 11 тысяч рублей. Со слов потерпевшей, ей на сотовый телефон позвонила женщина и вежливым голосом спросила, не оставляла ли пенсионерка в банке заявку на кредит. Потерпевшая ответила отрицательно. Тогда девушка сказала, что нужно снять заявку с имени пенсионерки. Для этого ей на сотовый телефон придет смс-сообщение с кодом, который она должна продиктовать. Доверчивая женщина так и сделала. После разговора потерпевшая получила смс-сообщение, что с ее карты списали денежные средства. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Октябрьском идет реализация республиканской программы по ремонту подъездов многоквартирных домов. Она рассчитана на 6 лет. В этом году в городе запланировано отремонтировать подъезды в 53 домах. Общая стоимость составляет более 50 миллионов рублей. 14 мая комиссия проверила ход ремонта подъездов по улице Кувыкина, 16, Садовое кольцо, 12 и 34-му микрорайону, 12/2. Одним из самых важных условий для положительной оценки является мнение жителей. Жители дома по улице Кувыкина остались довольны проведенным ремонтом. Подрядная организация заменила деревянные тамбурные двери на ПВХ и старые светильники на энергосберегающие. Выполнила штукатурно-малярные работы, отремонтировала входные группы и покрасила лестничные марши. Обучающиеся детского объединения «Палитра» Дома детского творчества Давлеканово приняли участие во всероссийском конкурсе детского рисунка «Россия глазами детей». Он прошел в рамках международного фестиваля «Цветы России». На конкурс поступило более 500 работ разнообразной тематики, стилистики и художественного исполнения. Опытные преподаватели и искусствоведы отобрали 30 лучших произведений. В состав выставочной экспозиции вошел рисунок Миланы Юлковой «Дождливый день». В этом году выставка побывает в городах Бишкек, Ташкент, Дюссельдорф. 13 и 14 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе Давлеканово прошла республиканская спартакиада «Готов к труду и обороне». В ней приняло участие более 60 учеников лицея номер 4. Знаки отличия ребятам вручат, когда Центр тестирования ГТО города проанализирует результаты каждого. 18 мая Бешбулякский историко-этнографический музей приглашает на «Ночь музеев». Участников ожидают увлекательные экскурсии по музейным залам, интересные встречи, мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству. Вход свободный. Начало 18:00. Музей будет работать до 23 часов. 13 по 15 мая делегация учащихся, родителей и педагогов школы номер 7 Туймазов приняла участие в научно-исследовательской конференции «Шаги в науку». Она прошла в Москве. Участниками конференции и чемпионата стали более 500 школьников и педагогов из 30 регионов России. 24 юных исследователя из Туймазов стали победителями и призерами. Команда школы победила в экономической игре «Конструкторское бюро» и стала призером в исследовательской игре «Научный марафон». 1250 жителей Башкирии обратились в лаборатории Республиканского центра гигиены и эпидемиологии по поводу исследования извлеченных клещей на энцефалит и боррелиоз. В прошлом году на ту же дату обратившихся было 745. Обработки против клещей на сегодняшний день проведены на территории почти 2000 гектаров из запланированных 4. Отремонтировать крышу многоквартирного дома, решить вопрос с подключением коммуникаций в жилом доме бывшего пожарного депо. С такими вопросами жители Туймазинского района пришли на прием к главе администрации Айдару Суфиянову. Председатель Кандринского общества инвалидов обратился с просьбой помочь отремонтировать помещение общества. Айдар Ревгатович обещал помочь и посодействовать в том, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья принимали активное участие в спортивных соревнованиях. Но люди не только жаловались, но и предлагали. Так начинающий предприниматель представил проект открытия новой торговой точки быстрого питания. На сегодня это все новости, а сейчас переходим к прогнозу погоды.